Всем привет пользователям сайта wagnerland.ru, а также подписчикам музея мопеда Раритетовичей. С вами Илья Механик, и это небольшой итог первого дня мега-челленджа майского 2016 года. Данная тематика в этом году была посвящена по типу Лемона, гонка на выживание, и первый день это была часовая ночная гонка. Ввиду того, что моим компаньоном была девушка Татьяна, она была на Пьяджо и потихоньку его осваивала. Вот, и мы там потратили полчаса на то, чтобы ее научить, чтобы она запускала мопед. В итоге у нее это начало получаться. Вот, у нас вышло не часовой, а получасовой лиман по стадиону этому, вернее, по полигону. И она не заезжала на ту рампу. По рампе я ходил на своей стеле. У меня у стеле проблема с лампочкой, я не могу сейчас найти у себя нигде в гараже тонкую отвертку шлицевую, чтобы раскрутить и подправить тот контакт. Я взял вот этот вот фонарик, который благополучно сдох. Сейчас вы вот видите, он еле издает из себя какие-то милливольты. В общем-то, получасовой такой Лемон, не знаю, зачтет дедушка или нет нам такой перформанс, не час, а только полчаса, потому что Татьяна уже больше не может, и тяжеловато. Во-первых, темно, уже ничего не видно, лампочки плохо светят, да и фонарик. И, во-вторых, надо было еще вернуться в гараж, это буквально где-то около 1,5 километра. Вот, поэтому, Татьяна, вам понравился первый день? Да, очень понравилось. Хочется пробовать еще и совершенствовать свое вождение. Вот именно на Пьяджо, да? Именно на Пьяджо. Ну, вам понравилось, наверное, центробежное. Он создан для девушек, очень удобный. Я вас понял. Я вас понял. По стеле своей скажу, работает, едет. Вот единственная фара головного света меня под это подставила. Все-таки контакт растрясся и все. И пропало. Хотя я знаю, что лампочка по-любому жива. Умереть она не могла. Вот такие небольшие итоги. Сколько мы накрутили? Я где-то, ну, кругов 20 где-то успел. А вы, Татьяна, сколько? Кругов 7, наверное, да? 7 кругов, да? Ну ничего, неспешным шагом осваивайте. Я думаю, завтра за 3 часа будет повеселее. Всем спасибо за внимание. Первый день пройден. Получасовой лиман. Хотелось бы час, но безопасность превыше всего. Всем пока, ребят.